единственный плюс можно отметить. Раки не подорожали еще. Я плаваю, ныряю на глубину 22 метра без акваланга. Но здесь местный район все уже меня знают. Сейчас просто я без ласт. Вот, так что будет когда-то, могу гостить раками. Но сейчас сезон уже закончен, будет со временем, поэтому обращайтесь. Раки у меня бесплатно, поэтому я в основном либо пиво с раками, либо барашки с... импортный подорожал, не только наш, а алкоголь. Я люблю, как бы, гурман такой. Вино, тоже мартини, которые вермут. Так что все дорожает. Вот, к сожалению, зарплаты не повышаются, а повышают цены. Сейчас, ну, много выпусков, денег большую массу на выпускали. Вклады, знаете, по ситуациям по вкладам и так далее. То есть ощутимо то, что сахар, соль это даже подорожало. Соответственно, просто там подсластить или подсолить уже дороже. И оно ощутимо, в принципе, 10-20 рублей. Ну, как, для Москвы это не очень, но в целом это очень бьет по карману. Ну, военное положение. Да. Это первые затраты просто идут туда, все идет, вот этот оборот идет туда, и, соответственно, поднимается на население, идет вот такая вот волна, давление. Мы должны ее выдержать как-то. Ну, начиная от молока, заканчивая какими-то такими продуктами, как хлеб, который нужен каждый день. И, наверное, то, что самое больное, это помидоры. Раньше помидоры могли стоить по 150 рублей килограмм, сейчас ты... Ну, нормальные вкусные помидоры не купишь дешевле, чем за 500 рублей. На энергетике, на сигареты, все. На алкоголь. Денег нет, а выдержать. Зарплата медленнее повышается, я могу сказать, чем цены на продукты, то на лекарства. Масло, яйца, овощи, в частности огурцы, помидоры. Грудка куриная тоже подросла, свинина, говядина. Да, короче, все. Из-за пошлин вот этих вот там, и так далее на продукцию, всякие запреты, санкции и так далее, наверное, из-за этого. На все продукты все подорожало. Очень сильно заметно стало, прям как год разница, очень заметно. Подорожало. На все. Почему? Да. У нас войнушка идет, вообще-то говоря. Как-то ж надо ж вас там баланс пополнять государственный. Могу сказать процент, на который увеличилось. 20-25% могу сказать точно. Можно я не буду отвечать на ваш вопрос? Ну, молочные продукты, хлебобулочные, мясо, шоколад. Тоже, да, раза в 2-3. Где им научить более экономно жить, наверное. Или больше зарабатывать. Чтобы больше шли на работу, которую более такие работящие профессии, а не думать головой, как говорится, делать руками все. На медицинские услуги, на медицинские препараты. Вот видите, у меня пачка глутатиона, она раньше стоила 5 тысяч, а я еще скупил за 10 тысяч рублей. Потому что деньги все на СВО уходят. И поэтому повышать. А денег тоже, в казне нет денег. Мы не должны выиграть обязательно, в любом случае. Сначала выиграть, потом цены будут другие. На все. Я сам один работаю.